Доброе утро. Сегодня пятница, поэтому я решила сделать блог, потому что, скорее всего, ну посмотрим, на выходные, может, уже сниму. Утро, мы проснулись почти 8 часов, но до этого мы просыпались в 6, потом уложили Луку. Посмотрите на эту красоту. Я точно никогда не устану смотреть, любоваться, потому что я очень люблю Нью-Йорк. Мне кажется, что вот это вот очень красиво. И мне виды Нью-Йорка дают очень много энергии. Я обожаю Нью-Йорк. Ладно. Люся, сейчас будем готовить завтрак. Лукаш, ты играешь? А на завтрак у нас сегодня, ну что, наверное, яйца. Еще у меня в планах замариновать ножки, либо ребрышки. Сделать что-нибудь из них сегодня. Посмотрим. Вот мы завтра идем на день рождения еще к одному другу Луки, к Марку. Если его родители будут не против, я сниму там небольшой влог, небольшое видео оттуда, потому что мы уже дружим с ребятами в 2 года, наверное. Мы, ну, в общем-то, мы познакомились в русском посольстве российском в Нью-Йорке, когда подавали документы на получение гражданства. И ребята подавали на Марка, а мы подавали на Луку. И разница в возрасте у малышей у нас 3 месяца, по-моему. Вот у Луки в ноябре день рождения, а у Марка будет в январе. Мы ходили на его первый день рождения. Получается так, что мы видимся не часто, но периодически мы встречаемся. Что такое, сынок? Так, сейчас по-быстренькому я сделаю омлет. Райан уже варит кофе. И для Луки я сегодня вместо овсянки сварю гречку. Все-таки не зря же я покупала ее в русском магазине. Может быть, сама тоже поем, как-то мне хочется гречки. Смотрим мультики диснеевские. Мне очень нравятся диснеевские мультики, они прям такие вот хорошо сделаны, прям вот обожаю. Практически каждый мультик могу пересматривать раз, наверное, по 10-15, и каждый раз буду плакать, смеяться, вот очень-очень. Из последних, конечно, вы все, наверное, уже слышали Soul, душа, наверное, да, на русский вы перевели. Ну, то есть понятно, что Soul — это душа, но я не знаю, как перевели именно вот название. Очень такой вообще класснющий мультик. Даже вот сейчас Monster Universe, Академия Монстров, да, по-русски сидим смотрим, тоже уже, наверное, раз 100 посмотрели, и все равно... Вот, хорошие такие сюжеты, честно, и прям очень нравится. А мы раньше показывали Луке какие-нибудь там фильмы, не фильмы, а мультики на YouTube, да, есть такие детские каналы там. Но потом мы избавились от этой привычки, потому что его поведение становилось каким-то странным, не нравилось, плохо себя вел, так что мы теперь не показываем. Кто это? Как тебя зовут? Люка. Да, правильно. А мама? Мама! Да. Время, 1 часа дня. Я сижу, только-только уложила Луку. Он очень долго сегодня укладывался. И вот я сижу, делаю видео. Это будет влог за 20 число, за 20 января. Вы уже его сможете посмотреть на тот момент, когда выйдет это видео. Вот. И что еще? Что еще? Я планирую пообедать. Хотя Лука долго укладывался, поэтому мне, конечно, мне меньше времени остается на все, что я запланировала, поработать, собраться, сходить в душ, собраться в парк, потому что мы сегодня планируем пойти в парк. Вот, ну посмотрим, что я успею. Сейчас работаю над видео и буду в темпе собираться. Я сегодня выпала немножко, на самом деле, из блога, потому что у меня разболелась голова очень сильно. Я все думала, что я не буду принимать лекарства, таблетку, но пришлось принять таблетку, и не стала лечиться, но голова такая сейчас странная, как будто... Вижу, что кружится, как будто в космосе. Мы заказали эмпанадос, такие мексиканские пирожки. Завтра мы уходим еще с утра, правда, в гости, но я постараюсь с утра замариновать крылышки, чтобы, может быть, даже приготовить их с утра, чтобы на ужин у нас уже что-то было, потому что мы на этой неделе очень много заказываем доставки, и нехорошо, нужно готовить. Вот, в принципе, у нас больше ничего не произошло с того момента, когда я записывала. Люся лежит довольная, спит.
Райан ушел на улицу, нужно в магазин зайти. Я, естественно, все сижу, делаю свое видео. Мы сейчас будем упаковывать. Нам пришел подарок. Подарок на день рождения, на который идем завтра. Мальчику, ему будет 2 года. И вот мы купили, заказали то, что родители просили. Ну, то есть у них была, это называется, registry, когда можно собрать список подарков, которые ты бы хотел получить. И уже люди заходят на сайт и выбирают, покупают. И мы решили заказать оттуда пазлы. Когда я их открою, сейчас не могу, одной рукой неудобно, покажу, что там. Нет, ребят, я не покажу. Ну, вот они называются так, toddler puzzles. И они закрыты, я не буду открывать коробку, чтобы не нарушить, чтобы она была в хорошем виде. Сейчас покажу, как это выглядит там на сайте, где мы заказали. Вот такие пазлы. Они достаточно тяжелые. То есть это не пенопласт, не какой-то пластик. Ну, то есть это пластик, я думаю, но они прям такие тяжелые, плотные. Мне кажется, прям вот интересные пазлы. Я бы даже, наверное, Луке такие заказала. Ну что, ребят, наверное, на сегодня у нас все. Я, как обычно, очень-очень устала, но мне еще нужно доделать видео. Спасибо вам всем, что смотрите, и не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, поставьте колокольчик обязательно, потому что вы увидите тогда новое оповещение о новом видео. И до скорых встреч, до новых видео!